Данное видео не следует смотреть аутистам и детям с синдромом ДЦП. Я не несу никакой ответственности за последствия. Впрочем, никого это не остановит. Ивангай. Ивангай – это самый быстрорастущий канал на русском YouTube. Но как Иван добился таких результатов, давайте разбираться. Все знают, что Ивангай – это аббревиатура от Ивана взяли аутисты на горе Ай-яй-ёш. Что такое Ай-яй-я? Давайте погуглим. Гарри Поттер. Нам уже известно, что Гарри Поттер – подтвержденный иллюминат. Также нам известно, что Иван тоже подтвержденный иллюминат. Совпадение ли? Я так не думаю. Возможно ли, что Иван и Гарри начали сотрудничать на условиях их, при которых Гарри Поттер дает Ивану популярность, а Иван его рекламирует путем скрытой расшифровки слова «Ай-яй-яй» в своем имени? Нет. Потому что Повсекакий Христофорович был младшим братом Михаила. Но при чем тут Ивангай? Давайте разбираться. Посмотрите на фотку Ивангая. Вы тоже это видите? Да, это Михаил в шкафу. Совпадение ли? Я так не думаю. Михаил умер, но давайте его воскресим, используя эту карту. Теперь он жив. Но стойте, вам не кажется это подозрительным? Ивангай и Гарри Поттер иллюминаты, но Михаил и Ильдар Джарахов нет. Ильдар хотел отомстить Юлику за убийство Михаила, но поскольку Юлик иллюминат, Ивангай тоже иллюминат, Михаил пробрался в квартиру к Ивангай, чтобы отомстить ему за то, что он в заговоре с Юликом, который убил живого после смерти Михаила, по которому скорбят не только лишь много кто, а лишь те, кто не Марс. Можешь свой рот лучше поаккуратнее говорить. Теперь мы знаем, что Ивангай стал популярным из-за того, что Михаил ему отомстил, и об этом узнали не только лишь много кто, а лишь те, кто не Марс.